В Адлере в этот день у памятника воинам адлерцам, павшим в боях Великой Отечественной, состоялся памятный митинг. В нем приняли участие в основном школьники района. Детям рассказали о тех, кто погиб на фронтах, защищая родину, и на чьи могилы не смогут прийти их родственники и потомки. Но все они герои своей страны, живы в людской памяти, поэтому важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению эту память. Обычно мы знаем о солдатах по фотографиям, отмечаем тех, которые воевали, знакомим детей с книгами, с историей. И иногда мы забываем тех, которые без вести пропали, которые неизвестны. Сейчас очень много отрядов, которые занимаются поисками этих солдат. Но не все еще найдены. Их не просто сотни, их тысячи. Всего в войнах и вооруженных конфликтах 20 и 21 веков пропали без вести примерно 2 миллиона советских и российских граждан. И каждый год работа по поиску и установлению неизвестных защитников Отечества продолжается.